Хорватия требует от Украины заменить 4 боевых самолета МиГ-21, купленные у нашей страны еще при Януковиче. Что это за контракт и какова цена вопроса в нашем материале? Контракт на поставку устаревших истребителей подписали еще в 2013 году. Тогда официальный Киев продал Загребу за 17 миллионов евро 5 истребителей МиГ-21. Это устаревший советский истребитель второго поколения, поступивший на вооружение еще в 1959 году. Впрочем, в ряде армий мира, например, египетской и сирийской, его до сих пор активно используют. Через 2 года после поставки самолетов хорватские СМИ сообщили, что военная полиция подозревает, истребители не являются оригинальными машинами, а собраны из запчастей, купленных в других странах. Якобы у самолетов перебиты серийные номера, номера запчастей не соответствуют приложенной документации, а капитальный ремонт машин вообще не выполнялся. Регулярно текло масло и отказывали системы навигации. Из-за этого один раз даже чуть не погиб пилот. Теперь Минобороны Хорватии направила служебную ноту и потребовала от Украины заменить 4 машины. Реакции официального Киева пока нет, поэтому мы обратились в Министерство обороны с просьбой прокомментировать ситуацию.